Мобильные группы Актюбинской прокуратуры задержали больше 200 автомобилей должников. Все машины отправлены на штрафстоянку. Эта мера остается наиболее действенной для взыскания долгов с населения. За усиленную защиту интересов государства прокуроры взялись еще в прошлом году. В этом работа ведется совместно с судебными исполнителями и участковыми. Мобильные группы посещают дома должников и описывают их имущество. С начала года в бюджет взыскали 70 миллионов тенге. Кроме этого, 24 должника подвергнуты административному аресту за неисполнение судебных актов. Еще трое актюбинцев, которые не спешили оплатить свой штраф, сейчас задействованы на общественных работах. В общей сложности их задолженность составила 3,5 миллиона тенге. Сегодня на руках у судебных исполнителей почти 26 тысяч документов. Общий долг населения составляет 1,5 миллиарда тенге. В рамках данной акции мы взыскиваем ущерб в доход государства. Это по административным делам, штрафы по уголовным делам, также по взысканию с юридических лиц, физических лиц, по гражданским делам. Совместным силам уже удалось добиться взыскания 70 миллионов тенге в доход государства.